Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за октябрь 2016 года работодатели должны перечислить не позднее 15 ноября 2016 года. При этом начисленные, но не уплаченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию. Кроме того, в ноябре последний день уплаты страховых взносов за октябрь совпадает с последним днем периода сдачи единой формы отчетности за 9 месяцев 2016 года. Чтобы своевременно уплатить страховые взносы и представить отчетность, пенсионный фонд призывает работодателей не делать этого в последний день. Напоминаем, что страховые взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В последнее время участились случаи массовой рассылки писем с почтовых адресов, якобы принадлежащих пенсионному фонду, в которых содержится просьба перейти по ссылке, которая на первый взгляд указывает на сайт пенсионного фонда. Однако по ссылке, указанной в письме, содержится вредоносное программное обеспечение, способное нарушить работу компьютера. Пенсионный фонд предупреждает, что не занимается рассылкой электронных писем, содержащих вложения, поэтому просим внимательнее относиться к получаемой корреспонденции и не поддаваться на уловки мошенников. Все необходимое сведения вы можете получить в клиентской службе пенсионного фонда или через личный кабинет гражданина на нашем сайте.